Thank you.
вообще не будет. We'll be right back.
Здравствуйте, друзья! Как настроение? Все хорошо? Thank you.
без вашей помощи. She's my woman, she belongs to me. I'm crazy about my baby, she's crazy about me. Wake up every morning, see it shining light. You now feel so good. We'll be right back.
Спасибо огромное, дорогие друзья. У нас сегодня находится в гостях абсолютно потрясающий гитарист, который только-только прилетел из Франции. Его на Западе знают лучше, чем в России, но мы пытаемся исправить эту ошибку природы, так скажем. Гитариста зовут Дмитрий Малолетов. Давайте поаплодируем, встретим его достойно. Дима, к сожалению, уже не говорит на русском, поэтому мы общаемся на французском или на грузинском. Только в два варианта, к сожалению. Дмитрий Малолетов! Добрый вечер, дорогие друзья. Ливан мне сказал, что у нас сегодня битловская программа, то есть посвящено все творчеству Битлз, как вы слышали, произведения были. Вот. Но я, чтобы, конечно, я волнуюсь, потому что можно испортить гениальные произведения, но я буду стараться. Thank you.
Спасибо большое. Да, наверное, такая пауза мне нужно выдержать. Я имею в виду такую передышку перед громкой музыкой. И, пользуясь случаем, я, конечно, хочу сыграть здесь одну вещицу, которую я в основном играю на всяких гитарных фестивалях, на мастер-классах, потому что здесь больше техники, чем музыки, но мне же надо тренироваться, на самом деле. Поэтому я сейчас буду это этого гитарного блока мне хочется сыграть одно произведение. Я специально искал в петловской программе что-то про птичку и нашел. А почему про птичку? Потому что мне нужно было использовать один технический прием, который мне показал гитарист Джефф Бек прямо за столом во время обеда. И мне очень хотелось где-то использовать, применить этот прием, который имитирует на гитаре пение птиц. И мне нужно было какую-то художественную подоплеку. И вот как раз сейчас такой случай. Песня называется Free as a Bird. Попробуем сыграть.
Спасибо большое. Дмитрий Мармалета, Дмитрий Мармалета, давайте поаплодируем как следует. Ну все, с высоким искусством покончено. К счастью. Сейчас будем хулиганить. Я очень люблю играть с Ливаном, с его замечательным ансамблем. Я прохожу здесь блюзовую стажировку у лучшего гитариста блюза. Да, сдаю зачеты. И вот сейчас будем что-нибудь придумать. Thank you.
Дорогие друзья, есть такое небольшое объявление. У Димы сегодня хорошее настроение. Он за кулисами попросил меня. Говорит, что сегодня угощает всех. Шампанское можете смело заказывать. Еще, конечно, Дмитрий Малолетов. Давайте поаплодируем. Нет, за щедрость. Только тем, кто в красном платье. Встретимся через 15 минут, можно поаплодировать. Перерыв! Добрый вечер, дорогие друзья. Поприветствуем друг друга, поаплодируем. Все хорошо помнят прекрасную, замечательную песню группы Beatles «Мишель», по такому названию. Я хочу представить нашего басиста, его зовут Константин Кириленко. Он очень внимательно, очень оригинально отнесся к этой песне. И вот сейчас мы предлагаем его версию. Константин Кириленко, аплодисменты! Thank you.
Александр Кириленко. Don't let me down. We'll be right back.
searching for your love. Used to be together, never stayed apart. You've been my sweet lover, now we go so far. Nothing but the blues since you left. We'll be right back.
Thank you.
друзья, у нас есть прекрасная новость. Совсем недавно наш барабанщик был удостоен звания заслуженного артиста России. Его зовут Слава Игнатов. Аплодисменты! В следующей песне Слава играет соло на барабанах. Песня называется «Come Together». Аплодисменты, поехали! We'll be right back.
Эй-эй-эй! Дорогие друзья, давайте похлопаем в этом месте. Эй, вместе, вместе все! Thank you.
Игорь Малолетова. Аплодисменты! Добрый вечер, дорогие друзья. Не устали еще, нет? Да? Да? Да, да. Кто-то по-грузински сказал, вот это понятно. Ара, да? Thank you.
бас-гитара Константин Кириленко! Парни, Слава Игнатов! Наш специальный гость Дмитрий Малолетов и Любан Лубице! И группа Плюскасы! Хотели еще сыграть
Спасибо огромное за прекрасный вечер. Это была группа Blues Cousins. Спасибо!